Сегодня в жилом секторе Гомельской области наличивается около 14 тысяч подъездов. Сгодно с нормативами, ремонт у них необходимо проводить один раз в 7 годов. Правда, жихары некоторых домов встают место огольного користания у куды больш степлые термины. Гэтая малосемейка по улице Владимирова у Гомеля уже трапляла в поле за руку журналистов. С першага поверха становится зразумелым. У мясцовых жихаров есть докладный подел. То, что у кватерах это мое, а то, что за яе межами чужое. Надписи на стенах, по яких можно вывучать историю взаимоотносин жильцов. Малюнки, якія явно не упрыгоживают дом. Усё гэта стало одной из причин, по якой ремонт тут будет проведены нават без згоды насельніцтва. Теперь для гэтага достаткова звычайнага протоколу, складенага коммунальщиками. Если эксплуатировать организации будут выявлены подобные факты, факты вандализма, а также если будут обнаружены надписи вот такого непристойного, рисунки непристойного характера, то эксплуатирующая организация должна составить соответствующий акт, запротоколировать это, после чего выполнить ремонт. Гомельские коммунальщики настроены рашуче. Парадок у подъездах необходимо наводить обовязково за одночасовым выхованием культуры поводина у громадских местах. До речи, у залежности от объемов зробленных работ, жихарам кожной кватеры он обойдется в помере от 800 тысяч до 1,5 миллионов рублей. И гэтые гроши придется заплатить у любым выпадку. Учитывая, что услуга по ремонту подъезда является основной жилищно-коммунальной услугой, то, соответственно, независимо от того, есть ли договор с нанимателем либо собственником жилых помещений, независимо от того, хочет он платить или не хочет, если эти работы были выполнены качественно, то наниматель либо собственник обязан оплатить эти работы. Олег Сентюров, Евгений Макеенко, телерадиокомпания «Гомель».